Yeah!
Ah!
Thank you.
Да хранит тебя Сет, и пусть легким будет. Я ищу друга по имени Хахтес. Несколько часов назад он сказал, что будет ждать меня здесь, у доков. Очень благородно с твоей стороны. Я останусь здесь ждать Хахтеса. Вдруг он все же придет. Он носит белые одежды и обут в сандалии. Если увидишь, передай, что Аситма его ждет. Неужели так трудно доставить соль в них? Я его не видел, так что ему ты найдешь ее, как пожелаешь. Разве это не очевидно? Какая неудача. Я бы немало отдал, чтобы узнать, что происходит в Копшефе. Поистине, отправляйся. А я останусь здесь и буду молиться. Да, чего тебе? Прощай! Счастливого пути!
Чего ты хочешь? Неужели? И кто? Симмерхему вдруг взбрело в голову? Например? Уходи, провал. У меня полно дел. Thank you.
меня нет времени на разговор. Как смеешь ты обращаться ко мне с подобными вопросами? Исса, это... Не знаю никакого Хахтеса. Хотя... Ты найдешь его на одном из песчаных островков на противоположном... Не отвлекай меня попусту. Не мешай! Ну так можешь больше не искать. Твой Хахтес, везунчик, он был избран Сетом. Правда, под конец твой приятель немножко кричал, но это пустяки. Сет умиротворен. Разумеется, к лучшему. Такова была воля Сета. Забери его сандалии, отдай... Уходи, твое присутствие не нравится змее.
Говори, не тая. Это что, сандалии Хахтеса? Ничего не понимаю. А где сам Хахтес? Конечно, хочу. Сандалии станут талисманом для многих поколений потомков покойного. Дай их мне. Да благословит тебя Сет. От тебя я получил важное известие. Вот твоя награда за вклад в воплощение великого замысла Сета. Чего тебе нужно? Уходи, проваливай. У меня полно дел.